Здравствуйте, в эфире осенний выпуск школьных новостей. В студии Тимофей Белоусов. Сегодня в передаче мы расскажем вам о главных событиях жизни Таллинской теннисмейской реальной школы. Начался новый учебный год. Репортаж о встрече первоклассников. Посвящены в гимназисты. В конце октября прошла традиционная акция посвящения десятиклассников. Танцевальная интеграция. Спустя два года ТТРШ вновь принимает участие в танцевальном марафоне. А теперь подробнее о главных событиях осени. Этот учебный год в ТТРШ начали 704 ученика, которые будут учиться в 27 классах. Сразу в нескольких местах школы установлены видеокамеры наблюдения, сигнал от которых идет на пульт дежурного. Все видеозаписи будут храниться в определенное время, поэтому факт прибытия в школу и поведение учеников могут быть доказаны в случае возникновения конфликтных ситуаций. В рядах педагогов есть пополнение – четверо новых учителей. Ну а в полдень 1 сентября в актовый зал в сопровождении 12-классников вошли первоклассники. Встречу организовал 12-й В-класс во главе с своим классным руководителем Татьяной Шевцовой. Вновь прибывшему пополнению было предложено продемонстрировать свою готовность к учебе. Надо ли говорить, что с дачей оба первого класса справились? Ну что, как, в школу хочется? Да. Сёма первого учителя уже увидела, знаешь? Ну да, так, немножко так. Не знаю, кто вообще будет. Ну понравилось, в общем. Да, да. Самое важное, а что изучать хотелось бы больше всего в школе? Не знаю, там, ну все. Все, а кем бы стать хотела после школы? Так, ну не знаю куда. Ну, потом еще успеешь решить. Родителям вопрос. Что чувствуете, отправляя ребенка в школу? Я не знаю, я немножко как-то боюсь даже. Как-то такое волнение с боязнью, что отрывается от нас. И теперь целый день как бы не видим, и что-то такое новое, но все новое здесь будет. А папа что думает? Что делать? Даже папа даже и не знает, волнуется. Дочка-то единственная в школу-то. Главное, чтобы училась хорошо и не баловалась. Это самое главное. Ну да. В конце первой четверти в актовом зале прошла традиционная акция по посвящению в гимназисты. Мероприятие было подготовлено 11-м А-классом, который предложил десятиклассникам вернуться на 10 тысяч лет назад. Все было обставлено таким образом, чтобы окунуться в далекую историю человечества. Помимо демонстрации домашних заданий, новоиспеченным гимназистам было предложено справиться с математическими, музыкальными, химическими и иными заданиями. Их классные руководители тоже не остались без дела, но они имели возможность продемонстрировать свои знания в щадящем режиме. Неподражаемы были Дубина Марк Гиринский, Яйцо Олег Яшинин и Бабун Алексей Власенков, которые вместе с Кристиной Варес вели все представление. В некотором напряжении десятиклассники ожидали последнего конкурса «Маска», что только не сваливали иногда им на голову. Но 11-й А поступил гуманно, осыпав гимназическое пополнение ТТРШ конфетти. Кроме уже названных учащихся, большую помощь в подготовке посвящения также оказали Мария Пейч, Нажмудин Миксон, Мария Альтов, Ольга Литвинцева, Кристина Ефимова, Арина Фетисова, Каролина Ефремова, Роман Кузнец, Сергей Натальченко, Никита Шихов, Кристина Сомова, Мария Мельникова, Ангелина Икко и Татьяна Рожнецова. В ноябре продолжился придуманный Харри Египтом 8 лет назад интеграционный проект «Танцевальный марафон партнеров», который сводит в танцы эстонских и русских школьников. Обучение танцам и соревнования между русскими и эстонскими учащимися гимназий прошли в 4 гимназиях. Кроме ТТРШ, в проекте были задействованы ПАЭ, ЮХИС и Нымиска гимназии. Уроки танцев и международные танцевальные соревнования провели учителя танцев Кристина Эско Вескимая и Эдуард Коротин, по словам которых, это мероприятие является для них способом использовать танцевальные навыки для сближения разных национальностей. Мероприятие финансировалось из средств программы «Гражданский мир» Таллинской городской управы. В первом туре после исполнения румбы и самбы жюри, в него вошло по 25 представителей обеих школ, выбрало лучших. Первое место досталось ученикам Нымиской гимназии Герди Клаус и Хендри Пусеку, второе – Сергея Натальченко из 11 А и Александра Жергеля из 12 А, третье – Артема Башеву и Ольга Ткаченко, и оба из 9 А. Надо сказать, что все оказавшиеся на пьедестале достойны самых восторженных слов, как достойны благодарности и остальные участники от ТТРШ. От ТТРШ выступило 28 танцоров. На этом осенний выпуск школьных новостей подходит к концу.
Мы прощаемся с вами до марта и предлагаем сразу после этого выпуска познакомиться с фильмом, снятым старшеклассниками ТТРШ «Таллинская Америка». Он рассказывает об истории улицы Сур-Америка и представлен на городской видеоконкурс «История улицы». Спасибо за внимание.